Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Бежецким межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета расследуется уголовное дело по факту гибели женщины 47-го года рождения. Смерть женщины носила криминальный характер. При осмотре места происшествия обнаружено орудие преступления – нож. При производстве молекулярно-генетической судебной экспертизы на ноже обнаружена кровь потерпевшей. С орудия преступления выделена ДНК неизвестного мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 44-летний житель Бежецкого района, имеющий внешнее сходство с нападавшим. Мужчина задержан. Одновременно с сотрудниками полиции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 44-летний житель Бежецкого района, имеющий внешнее сходство с нападавшим. У данного лица получены образцы ДНК, по которым произведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, показавшая идентичность ДНК данного мужчины и ДНК, обнаруженном на орудии преступления, в связи с чем лицо задержано сотрудниками Следственного комитета и полиции в одном из населенных пунктов Бежецкого района. В настоящее время следователям Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Столкновение двух машин в Ромешковском районе области. Не справился с управлением водитель Volkswagen. Машина выехала на встречку, где столкнулась с автомашиной Peugeot. Пострадали водитель и пассажирка Peugeot. Еще одна авария с пострадавшими в Твери, проспект Ленина. На перекрестке при повороте налево Mitsubishi Lancer столкнулся с Kia Rio, который двигался во встречном направлении. Пострадала водитель Mitsubishi, женщина 99-го года рождения.